Время побеждать. В Полоцке на базе спорткомплекса «Олимпиец» прошел фестиваль боевых единоборств. 12 команд, а это более 250 участников из всех областей республики, выявляли лучших на ринге и татами. Зрители фестиваля, болельщики, смогли увидеть несколько видов единоборств, среди которых самбо, кикбоксинг, рукопашный бой и другие. Возрастная категория участников от 4 до 18 лет. Представительство очень большое. Мы не ожидали, что так много будет, потому что, сами понимаете, какое сейчас время. Но все равно проявили участие к нашему фестивалю, очень хорошо относится в Республике Беларусь и с радостью на него приезжает. Почему именно фестиваль единоборств проходит в Полоцке? Потому что у нас очень много баз, где их можно провести. Это как СКЭ «Олимпиец», это как 18-я школа имени Ефросиньи Полоцк, это как грибной центр. Просто очень хорошее место расположения. Полоцк представил 98 спортсменов, которые мерились силами во всех дисциплинах. В общем зачете команда Полоцка заняла первое место. Серебро коллективу из Борисова. Тройку лидеров замкнула команда Минска. Любовь Савко, Александр Матюшенко, «Саммит Плюс ТВ».